Евгений, организатор Iverswim, Ivertrail. Вот, во-первых, респект, спасибо за приглашение на мероприятие. Всегда рад. Классное место, тем более погода супер. Такая вот. Скажи пару слов о следующем мероприятии, самом таком глобальном и серьезном. Спасибо, что приехали. Да, Round Light Trail – это Лобня, значит, у нас озеро Круглое. Мы сегодня провели трейл на 6-16 километров. 25 числа здесь же, в этом же месте, мы проведем еще один трейл. Повтор для тех, кто не успел. И для тех, кому очень понравилось, понравилось всем, поэтому всех ждем заново. Mm-hmm. Ну и 15-16 августа всех ждем на Валдае. Город Валдае – это посередине между Питером и Москвой. Валдайский национальный парк. Трасса 105 километров максимальная. Серьезно? Да, и, соответственно, это большой спортивное мероприятие уже будет не в таком формате, как здесь, тренировочном, а именно крупное очень спортивное мероприятие. А сколько гостей обычно ожидается на... Мы ожидаем на эти два дня 1000 участников. Супер, супер. Окей, приезжайте, я думаю, будет чай. Будет классно. Мой чай будет обязательно. Все, респект, спасибо.